Всем привет, с вами Роман Раскольников, я играю в Dark Souls, и сегодня я решил сыграть за класс пиромант. Так, давайте сразу выберем пироманта. Интересно, чем же он отличается. А, кстати, он с топором пиромант-то у нас. Так, пол. О, кстати, смотрите-ка, в зависимости от пола меняется внешний вид. Так, подождите, а если воина мы, допустим, возьмем. Допустим, воин. Вот здесь особо-то не меняется ничем. А волшебник? Волшебник. А, ну, чем-то... Воротник немного другой, и все. И рукава. Короче, хорошо, здесь не так сильно меняется внешний вид. Клирик. Во! Что как клирик будет меняться? Да никак. Так, рыцарь, странник. Вот, странник, меня интересует странник. Как будет странник выглядеть? Это тоже никак не меняется, только почему-то пиромант у нас меняется. Ну ладно. Так, давайте мы возьмем пироманта. Ну ладно, давайте, у нас мужик будет пиромантом. Так, дар. Дар. Ну, бинокль вообще бесполезный. Так, двойная человечность особо-то так сильно не нужна. А подарок ведьмы, странное кольцо без очевидных эффектов. Кольцо крохотной сущности. Добавляет немного здоровья. Двойная человечность, черная огненная бомба, благословение богини. Ну, давайте, наверное... Кольцо крохотной сущности, наверное, возьмем. Пока что для начала. Так, среднее. Так, лицо. Простолюдин у нас был, крестьянин Дельта у нас был. Так. Грозные черты выдающегося художника... А, уроженца графства Карин. Вид... Так, еретиков великой топи вызывает пересуды. Наверное, грозный Карим возьмем. Вот так вот. Какие у нас тут волосы есть? В принципе, неплохо было бы, наверное, лысым побегать. Во, пускай будет лысый. А, это цвет волос, которых нету. Так, с нами у меня, блин, проблема. А он вообще какой-то бледный. Так, ладно. Пускай будет Майк. В принципе, имя не так принципиально. А, вот это, кстати, в эру древних... Ну, вот эта заставка начальная, она, короче, сломалась. Из-за фикса. Yes, да, воистину. Нежить, заклеменная знаком тьмы. Заклемена знаком тьмы. И в этих краях нежить сгоняет и ведут на север. Где они будут томиться в заключении до конца дней. Каков твой удел? Ну, костюмчик у него, кстати, крутой. Мне нравится такой костюмчик.
рыцарский сет у него одежды. И когда выбрал класс рыцарь, тоже такой же сет был. Так, ключ, ключ. Так, хорошо. Так. Ну ладно. Огненный шар. 8 штук у меня огненных шаров. Что-то мало. У мага целых 30 стрел. Ну, значит, в основном мы будем драться обычным оружием. Так, зачем я зажег костер? Он мне не нужен пока что. Хотя нет, я знаю. Короче, если вдруг меня все же убьет босс, лучше вернуться вот на этот костер. Так, сразу бегу в дверь, потому что нет смысла сражаться. Так, этот костер даже не активирую, он мне не нужен. Ага. Треснувший щит. О, вот это какой-то, блин, новый щит, но он какой-то самый плохой, похоже. Треснувший щит. Что это за фигня такая, а? Так, допустим. Ну блин, он реально треснувший. Он сломанный. Так, топорик. Вот топорик мне нужен. Топор, кстати, очень хороший, быстрый такой. Кстати, топор относится к классу секир, или это какой-то другой класс? Мне кажется, он должен относиться к классу секир. Тип топор. Ага. Странно. Может, в игре еще какие-то есть топоры? Я вроде не встречал топоров. Но, наверное, отличие секир от топоров тем, что топоры быстрее. И меньше урона наносит, само собой. Если оружие быстро, значит оно меньше наносит урона. Так, с тобой мне интересно разговаривать, давай. Давай свою флягу с эсусом. Спасибо. Так, ключ, спасибо. Так, нет. Так, открываем дверь. В случае смерти я... Появлюсь в том костре. И дверь открыта, и как раз таки... Так. Ой. Блин, хорош. Хорош. Все испортил мне, а. Мне еще ведь с боссом предстоит сражаться. Давай, иди сюда. Иди, 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 иди. Так, вот, альтернативное оружие, второе оружие для некоторых классов. Так, вот, пламенная пиромантия. Вот какая-то перчатка, что ли, или что-то вроде того. Пламя пиромантии, тип. Ясно. Как раз на боссе испробуем. Так. Так, сразу же прыгаем. Отлично. Так. Надо уходить. Так, вот, пиромантия мне доступна. Хорошо. Блин, промазала. Кстати, а пиромантия мощнее, чем стрелы мага. Блин. Отлично, сейчас мы его сожгем. Промазал, как так? Все, не успел меня ударить. Вот и хорошо.
Так, ладно. Топор, кстати, неплохое оружие. Ой, не в ту сторону побежал. Топор, кстати, неплохое оружие. Если будет получше топор, я лучше топор возьму. Класс топор. За класс... Класс оружия топор, блин, я не встречал. Я встречал секиры. Не думаю то, что... Так. Так, мне интересно, как меня унесет ворона. Так, хорошо. Так. Фляг с Эсусом мне. Ой, блин. Да-да-да, я это знаю. Можно как-нибудь без этого? Так, новый уровень. А, так. Ученость. Сопротив. Так, ученость 2. Так, ловкость, интеллект. Так, точно не вера. Наверное, все-таки ученость. Вот пироманту, наверное, ученость нужна. Точно не знаю, блин. Либо ученость, либо интеллект. Вера нужна клирикам. Так, блин. Вера нужна клирикам. Так, так, ладно. Блин, я думал, я с двух ударов тебя убью. Ах ты ж. Ну все, ясно. Можно смело возвращаться назад. Хотя нет. В принципе, я думаю, мне хватит 10 фляг с эстусом. Ну да, 10 фляг с эстусом мне должно хватить. Так, не туда. Блин, я не помню, что это там лежит. Может быть, что-то важное. Потом возьму. Так. Ой-ой-ой. Вот этого, я думал, надо 3 раза ударить. Ударил 2 раза, блин. Не поймешь, кого как. Так. Ну ладно. Раз ты спрыгнул. Добежишь до меня? Ладно, я тебя убью. Не добежишь, значит повезло тебе. Останешься в живых. Так. Сам ведь пробежал. Слушай, ты. Я думал, у тебя жизнь пропала, я ее перестал видеть. Я думал... Я думал, типа, я тебя убью 2 ударов. Так. Ну давай. Ой, этот же огненными бомбами кидается, надо здоровье восстановить. Да блин. Кстати, а огонь, наверное, мне... Должен меньше урона наносить, я же все-таки пиромант. Занимаюсь как раз-таки колдовством, связанным с огнем. Мне по-любому иммунитет должен как-нибудь хотя бы. Хоть какой-то. Лучше, чем у остальных классов. Ага. Блин. Не получается у меня контратаковать их. Почему-то до сих пор. И... Опять. Опять такая же фигня. Ой, как больно ты бьешься. Так, ладно. Слушай, хорош пить.
топором прикольно драться. Так, этот костер, в принципе, нам... Можно было бы его разжечь, но у меня пока что человечности нет. Так, тут у нас дурацкий деревянный щит, который, ну, в принципе, может пригодиться в будущем. Блин. Слушайте, ребята. Блин, ты задолбал. Ну? Да блин! О, так, кстати, тоже можно. Копье. Ну блин, пиромантия тут что-то как-то слишком мало заклинаний доступно. Всего лишь 8. Только против боссов пиромантии драться получится. Well, now. Так. Во-первых, мне нужен ремонтный ящик. Thank you kindly. Да не за что. Так, щит мне не нужен. Ну, новый уровень я уже не прокачаю. Четыре раза надо ударить. Что-то какая-то заторможенная, блин, анимация была контр-атаки. Тихо. Да блин, у ворот. Ну, конечно. Вот если бы не сверху вот эти вот... Не бросали бы, я бы на мосту с ними дрался. Охота была по-быстрому, наоборот, по... дольше получится проходить. Хотя сэкономить время на самом деле не сэкономило. Счет больше потерял. Так, тихо. Слушай, я нажал щит держать, что ты не держишь щит? Ну, конечно. Давайте я прям сейчас вот все здоровье, блин, потрачу. Давай, иди сюда. Ну, конечно. Вот что, вот сейчас, что это за фигня была? Почему у меня сквозь стену огонь куцал? Вот если бы не этот баг дурацкий, когда дамаг вот по мне проходит сквозь стену. Я бы жив остался бы. Ну-ка. Ой, сейчас этот еще, блин. Вот отлично. Ну, мне не нравится то, что ты там, короче. Жиш, ладно, давайте я. Это, блин, дурак! Чё ты творишь? Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Вот блин. Ну ладно.
дурацкий автозахват цели. Вперед и переводят на другую цель. Когда не нужно. Рядом со мной стоит враг, он ближе. Но у меня почему-то камера сфокусировалась совершенно на другом враге. Вот что за фигня такая? Так, вас сжечь. Отлично. Вот 10 эстуса будем получать. Так. Видите? Неужели мне арбалет хотят дать? Нет, осколок титанита, но в принципе неплохо. Неплохо. Так. Отлично. Так, кто-то бежит, что ли? Кто-то ко мне бежит, вроде как будто. Черная огненная бомба. Ну, в принципе, против босса может пригодиться. Так. Я думаю, у нас пироманты все сумасшедшие. Поэтому давайте вот так вот на врагов с топором бежать. Давай! Блин, а? Треснувший щит. Отлично. Так, тихо. Ну-ка, иди-ка сюда. Пошли на открытую местность. Так драться будет легче. Да блин! Дурацкий щит. Он нисколько меня не защищает. Так. Пошли. Давай только быстрее. Ну давай, тормоз, блин. Ты... Слушай, ты тормоз. Ты еле двигаешься, и потом бац, начал резко двигаться. Ты чё... Ну давай, я смотри. Эй, блин, а. Ну все, идет этот дурацкий копейщик. Так. Ждем, пока он начнет атаковать. Ага. Ты... Чё за фигня? Слушай, ты тормоз. Давай атакуй, смотри, я без щита стою. Идиот. Вот как мне вот эти торможеза не нравятся. Ну да. Отлично. Самое главное прорвать их защиту. Еще один. Ну да. Так, и что ты мне хочешь предложить? Фигня. Ага, да, ага. Опа. Вот прикольно то, что он сам берет и погибает. Блин, уползает, уползает, уползает. Отлично. Так.
Браво, да, арбалетчика. Ой, блин, почему ты промазал? Опа, я не ожидал, я думал, я добью его. Что за фигня? Так. Ну что ж, ладно, давайте пиромантии попробуем сразиться с врагом. С боссом. Сначала пиромантия. Блин, а. Тихо. И давай. Блин! Уворот. Пей быстрее, быстрее. Уворот. Ой, уходи, уходи. Блин. Вот это дурацкая анимация, когда у тебя заканчивается заклинание, он такой что-то рассматривает свою руку, блин. Если бы ты не рассматривал вот с этой дурацкой комбинацией, ой, анимацией дурацкой, я бы успел бы топор взять и убить его. Так, пиромантия против него не такая эффективная. Уворот! Ворот! Дурак ты! Ворот, ворот! Не получилось, а? Так, пиромантия против него неэффективна. Ах ты ж сволочь, а? Уворот. О, они тупые лучники мне сбили лечение. Дурацкие лучники. Так, в общем-то, я не знаю, что. Может, наверное, ученость прокачать, может быть. О, ячейки увеличиваются. Отлично. От учености увеличивается количество возможных ячеек. Но пока что у меня, блин, слишком много. Ну ладно. Давайте 5 ячеек учености. Пускай будет. Так, ученость. От учености у нас ничего особо-то не зависит. Ладно. Можно еще прокачать, наверное, интеллект и здоровье немножечко. Так, давайте интеллект, наверное. На 13 и чуть-чуть здоровья. Так, ладно, в принципе, на этом я завершаю серию. Всем спасибо за просмотр. С вами был Роман Раскольников. До встречи в следующих видео. Всем пока.